он и еду отмет. Так, Вауранг, а ты слабенький так-то, блин. Ну, это называется повезет, не повезет. Возьмут, не возьмут. Ну, 6,5, 7 я выдам, но если этого не хватает, то лучше. Это, этого не хватает, да. Да, лучше убрать. Всякие тенка там было. Кто вам нужен? Лок. А, любой ТД. А, ну можно и ретрика даже. О, а, нет, там вон Кару пришел. Как раз как Кару и должен был быть здесь, да. А что ты, Дима, не хочешь, чтобы ретрик пошел? А мне ничего не надо. Тебе не нужна пуха? Да я не буду ретрик играть, я отдам кому-нибудь, кому нужно. А тут никому не нужно. Ну знаешь, сам возьму. А, Кару, давай ты к нам, Лунст. Сука, попытка. Да сейчас должны убивать. От что души. Делать? Чем занимаетесь? Ну, короче, в красовой гряде. Отлично. Не дам. Ну так у него теперь прото-дракон. Угу. Сейчас быстренько прилетит. Ты же мод писать. Рыбка. Рыбка есть. А, да, пати сейчас перекину. Мне кажется, это самый красивый из прото-драконов всех. Да, определенно. Но надо еще в десятке сделать. Да, с десятки вон есть там. Босса. Потом добиваем босса, когда выходит новая пачка из двух мобов. Как только они подошли к тебе, я тебе буду давать фридом, ты сразу убегай. Я тебе это заозвучу. Куда убегать, я надеюсь, ты помнишь. Мы милишниками здесь добиваем. Роксрайт, от тебя нужен будет АОЕ станчик в каст. Угу. От Кару нужен будет этот, как это, ну, замедление каста на 30% по двум мобам. Так, что еще? А, ну, по первую сферку босс от стеночки идет, кто-то убежал в ту сторону, остальные по мобам играем, не забываем. Потом перебежали сюда, он возле стенки разбился. Да, вот здесь вот будет в том углу в небе летать, вот в треугольничке где-то примерно, будет летать там эта сферка. Вот ее туда вот грипнешь в треугольничек и сам разбей ее. В эту сферку, в эту лужу мы будем заносить, когда убежим, ну, к этой, к стенке. То есть, когда от озера побежит в сторону стены, мы будем вон туда заносить его, чтобы ее разбивать. А в которой мы стартуем лужу, мы ее не будем трогать. Потом от этого треугольника босс уже сам выкопается, может спокойно подходить к тому месту, где мы пуляем, если мы по таймеру все правильно сделаем. И здесь его уже переводим. В одну закупку идем. По ребафам, давайте ирчек. Лапку сейчас бафну. Все, все готовы. Горн. Ставлю ДБМ пул. Сколько это будет? 5, 4, 3, 2, 1. Сверху. Ладно, разбил под тобой прям. Салют. В черепочек на пол отдам. Салют. Не-не-не-не, мы не контролим.
Че он меня бьет? Я вообще его не трогаю. Да это забагался. Не бить его? Забери с меня босса. Блядь, босс дайте стану. Ой, моба. Да, от второго моба. О, нифига прикольно, он вообще меня не пробивает. Говори, иди. А меня убьет. Мне кажется. По мобу играйте, по мобу больше, давайте. Вера нету, без меня вы пробуйте. Черепочек сразу на себя забирай. Мобов заберите. Мобов, блядь, не контролим, исполин. А, Freedom, Rockstrike, Эдуард, Эдуард, уходи. Ой, блядь, стан проебал. Отдашь стан на свой? Вот. Давайте, падайте. А что с боссом? Хуйню делаем. Исполин. В чем проблема? Типа, я раз и говорил... А, не утоми моя, блядь. Ой. Я же говорю, что твоих мобов заливаем. Давайте, падаем. Доходим. Почему босс сидел на мне, меня не бил? Ну, забагался таргет. Дима, поставь, пожалуйста, этот живс. Дон, блин, сразу наехал. Ну, ты шпшка, я думаю, тебе проще. Я ж помню, как мы убивали. Тем более, я тактику знаю, блин, я 100%. А престуж надо еще попасть шагом. Ну да. Ютамин, а как ты после первого того, что не нужно шаклить, еще и второго зашаклил? Держи палец на третьей фазе лучше. Вот, замедли, пожалуйста. Да, от тебя нужен будет грип в сверху. Спо. Да, хорошо. Да это сейчас что-то я, короче, не сориентировался. Нет, вообще. Просто повезло, что она была прям под тобой, иначе нам бы бегать бы пришлось. Дживс есть? Да я сейчас и с боссами убежал. Ну, короче, да, все да, нормально. Есть. Тыкните, пожалуйста, этого беднягу. Угу. Почините сразу все. Эх, кстати, масло не помазал, фаску не выпил. Может, дамажить начал. Сейчас бы фаску выпить еще. А на пулу с пула будет? А, на пулу с пула нет. Под червей мне не, у меня нет того, блядь, не кдешится, если от мобов не смогу дать тогда. Не бурстить, да, с пула? Да, я думаю, это ДКшка, так что бурстите. Ну, окей. Роксайд, Исполин. Да, все нормально. Да, да. Хорошо. 2 секунды не забудь. А что у тебя с ДБМ? Проблема. Ну, у меня он не показывает тайминг. Таймер вернее. Там ДБМ другой. Чего? Давайте, 7 секунд. 5, 4. 3, 2. 1. Черепочек на пулевую. 22-го забери. Черепочек больше урона. Спалин, блядь, уже умер. 5. Каст. Станом АОЕшкой. Отлично. По боссу играем. Этого кливаем. Каст киком я могу сбивать. Сбивай, черепс. Ну я сбил.
Два-то поднимите. Давайте моба добьем. По черепочку будет на пул. Глад, все, уходи. Придум дал. Стаунтите мобов. Нужен будет просто стан в каст. В каст, стан. Отлично. Милики, отойдите, там сейчас может метка на вас. Кару побежал. Кару дамбов. Разбил. Хорошо. По мобам сейчас играем. Вот. Морозный. Это в треугольничек там, где я ставил. К стеночке просто гребни я. Корон зашел. Вот, гребни вот эту штуку. О, отлично. А ты пич как у нас умер. Ядовитые жвалы 20к. Это вообще было. Пушки тебе забили. Падаем. Это маленькие очки. Забили себе. Скоробеев настакал. Они ебнули. А сколько настакал тут? Что они меня ударили там разве? Ну там не знаю, там надо было смотреть, сколько им. 16-20. А, ну это дохера. Я там секунды 3 был рядом с ней максимум. Ну ты меня пиздит, они уже. Один стаков, я живой, нормально. Ну я и говорю, типа меня там еще. Может быть по тебе этот прошелся. Посмотри, что ну? Ворон бах. Не-не, там прям написано, я уж скоробей из роя. Ну. Да, давай, чтоб я тебе не анонсил каждый раз. 20. Ну типа что-то эту сферку надо грибнуть, сам делай это. Ну мне просто слишком за много ролей надо отыгрывать, получается. А, так у тебя есть Voyage, ну скажи, что КД, чтоб я не переживал. Сори, рыбку ставлю. Оп, куда? Кушаем, бафаемся. Верчек. Ой, Дуат, вот не нравится тебе, да, с моим билдом бегать? Ну ладно. Кровавый удар зачем-то тут взял. Да я тебе скидывал билд адекватный на ДКшку гибрида, с которым я сейчас схожу себе. Там вот здесь вот 3 таланта, вот здесь вот 1 талант. Вот здесь вот у меня 0. Криты взяты, крит урон с физатаки. 9% на руник у тебя больше будет урона. Так, ладно, давай терчак, да пойдем уже. То же самое все, только без ошибок. Кару готов? А, дайте СС на дебич. Вдруг сорвет. КД, окей. Хорошо, давайте тогда ДБМ нажимаю. 5 секунд. 4, 3, 3, 2, 1. Черепочек напуливаем. В черепочек играем. Второго моба тоже. Два,
Ачми, стой хпшку. Кровь. Каст. Отлично. Черепочек на кого, да. Все, да, уходи. Да, у тебя фридом. Маба, заберите. Все, отлично. РДД добиваем. Отойдите оттуда. В сторону ворот озера побежали. Дам. Не, вот они его не с той стороны, вот с другой стороны нужно разбивать будет. К стеночке, к стеночке, к стеночке. Дайте боб ему. Будет. От меня, я отбегаю, все остальные, там где мы стартовали, туда идите. Сейчас вылезет, вот прям сейчас. Череп на пол дал. По боссу больше играем. Босса переводим, давайте. Черепочек тебя напуливаю. В черепочек сразу сыграли. Босс 1% переводится. В черепочек, в черепочек. Надо одну метку убить сейчас. Все, второго добиваем. Прохил рейда. Гера где у нас? А, у нас, блядь, Геры нету. Ебаный, ладно. Контролим дальше? А, дальше контролим, да. Я поставлю черепочек. Это будет на метр Кэспалина, а второй это будет неутомимая. Черепочек Кэспалин. Ладно, другого исполин. Отлично, да, эфир пошел. Просто играем в босса сейчас. Обновить эфир, сейчас собьется. В мелизону подошел. По боссу играем. Еще раз эфир. Спился. Тысяч. Блять, только стандарт хотел. Хуёво контролили, потому что. Да, меня копать любил. Мы его не законтролили, ну, вернее, это не законтролили. Нет, давай лучше ты не будешь ставить метку, я просто законтролю сразу ближайшего, да и все. Бо... Хорошо. Пока да. Ты метку поставишь, пока мы определимся, он подходит, если сказать.
Да вы встаньте, вот у вас два приста, вы видите, откуда они выходят. Ну, да, мы просто вот, сами по себе определимся, да, еще. И стойте там, да и все. Смотри, Дина, давай, будут уходить, что ли, копать, давай, короче, смотри, я слева, да, я слева это... буду, как босс, ну, как мы на босса смотрим, я слева, а ты справа будешь контролить. Ну, вот и все. И если два выходят с одной стороны, то я ближайшего, а ты дальнего. Окей? Да, это и ВКшка вот здесь выходит всегда, даже на третьей фазе. Бля, Геру бы еще пиздец не хватило, Гера. Угу. Да и без Геры, кстати, убивалась. Да и без Геры убивалась. С контролем бы не затупили бы сейчас, да, и все было бы хорошо. Это моя ошибка. А я не понял, у меня получается жуков этих, как они, бля, копателей, их вообще, что ли, на третьей фазе не... Нет, их не трогаешь. Ну, первую пачку мы заливаем, которая выходит. Которые потом уже. А потом мы их контролим, да. Нет, ну если мало ли не за контроль, там один проберется, ты его тоже держи, потому что меня сейчас копать решет. Угу. Бомжей еще можно, бомжей. Бомжей можно отдавать, да. Но это по команде. Стоим кучно на ластфазе под боссом. Кару готов? Отлично, ДБМ ставлю. 5, 4, 3, 2, 1. Череп на пулю. Дуат, на хпшку не, вообще не, бесп... не бойся отдавать прожимку. Кару вылет. Видишь, без него убьем. Да, знаю. Черепочек на пулю. Два от фризума, да, уходи. Я его пока еще положу просто. РТДшники, отходите, сейчас на кого метка, а умерю. Копателя, давайте добьем. Заметку здесь разобьют. На ком метка? Дэдбич. Стеночку. Сейчас далеко не отходим, с той стороны будем. Все, ждем, сейчас выкопается. Выкопался. Трэш под босс.
Закопался он. Что, блядь, босс стоит неправильно? Да. Все в череп. Все отлично. Просто. Хватит ДПС сюда перевести, но сейчас. Да. Да, ты видишь там метку любую, грип ее подальше. От центра. Заходи, заходи, заходи. А ты чё? Там 9 секунд, типа в любом случае. Только сейчас будет вывозить. Вообще нет этих. Так ничего страшного, если даже и нету. Вот. За контролем просто, да и всё. Да, да, но с контролем было много. Сейчас уж падать придется. Давайте попробуем все равно, конечно. Вряд ли. Все, теперь точно падаем. Все готовы. ДПМ нажимаем. 7 секунд. 5, 4, 3, 2, 1. 3 секунды. Блять.
по боссу. Агро, Роксрайт. Дот, не забывай про моба. Все, Дот, уходи. Конец уже к стеночке. Не когда, наверное. Хуёво. Беги, малышка, беги! Это по времени. Не, по времени все равно указываю. Боб будет? Конечно, будет. Да, будет. В самую стенку. Отлично, все подошли к тому месту, где мы стартовали. Карл, агро. 20 забери. Это баг. Сейчас нормально просто. Череп на поводу. В череп сыграли. Все, переводим. Да, ты видишь, плюсами, когда тебе дать этот. Все перевели. Черепочек пьем. Да, черепочек пьем. Отлично, того проконтролили. На истерию плюсанешь. Угу. Да. Сейчас. Бизер, ты что там прикрываешь? Ну, почти. Арк.
пожать не могу. А, тут плюс. Смотри, я тут. Ты, кстати, ставил листочек? От чего? От фростала не поможет, а тот в процентах бьет. А, минус хил тебе нужно сделать. 5, 4, у меня есть. 3, ну вот, делай. 2 секунды. Дайте фазу. Я им пока добью. Череп не поладал. Фридума, да, уходи. Вы хорош, Каспили. Не через лужу. Отойдите с центра, чтобы вас не убило шипы. Все, готовьте, сейчас вылезет. Подбежали туда, на первое место, где стартовали. Черепочку. Каст. По боссу больше. Мяч сорвавшая истерия.
раздайте. Блять, сбил, сори. Отлично. Аккуратнее служи. Как я буду подсиливать? Не прибейте контроль. Ну ладно, готовься одного забирать, потому что неутомимо может промазать. Угу. Рокс, дай бабу. Блять, я твой голос не знаю. Рекс Райт, баба. Тоже поздно, блядь. Сейчас новые метки появятся. Бомжи, бомжи, дай два от бомжей. Ну, убьем, блядь. Блядь, я проебался. Бейте со стамин, давайте, я стам продолжу. Бля, ладно. А, типа, баллом скинуть эту метку, да? Надо было. Да, да, да. Все, все хорошо, я понял. Говорю, у меня на ретрике не очень. Ну, с Герой не хватает прям. Вот была бы Гера, например, два раза влили. А, согласен. Да. Похиливать легче намного будет. Да ничего, убью. Так я сейчас не бил даже уже, я подфиливал. Да блин, CLK, по-моему, проще. Да ну, блядь. Ну если CLK апнуть нахуй, то оно проще не будет нихуя. Все переапано просто, да и все. Ну все равно все убивается нормально. Для жестких PvE-шеров. Для жестких донатеров это для серва. А это, на третьей фазе, короче, неутомимая. Я первого, ну, вернее, когда первых убьем, я одного законтролю сам. Я минутный ему там стан. Уж хуже, хер стой. Ну, тоже контроля есть, нормально. Там, да, да, там я скосячил, на самом деле, трапу поздно отдал. Смотрите сами. Ну, одного ты контролишь репетенсом, одного я в трапу кидаю. Давай так. Сейчас пробую не хилить, не знаю, попробуйте прохилить. Ты через этот, через вампирик должен больше отхиливать. Ну, видишь, в предыдущий раз я сдох почему-то, не прохило. 7 секунд, 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Место станет вашей могилой. Войт, если что, на следующий трайф пущу. Помогу. То я без работы сейчас. Два клубов. Уберет мне отдал фридом, уходи. В Детре стою. Кастома сбейте. Отлично. Сука, бьют они. Ладно, сразу. Я пока не могу прочитать это заклинание.
Бля, Бойта, ты чего, ауру не занимал никакую? Ледяная стоит. А стоит? Так. Случайно ауру заделка. Ничего, мы без нее бьем все равно. Мобы только медленнее через нее пойдут. А какого хуя? А чё вы, блядь, делаете? А я в луже сдох уже прямо. Это, блядь, трапа. А нет, это лужа. Блядь, ну нахуя? Ну просто нахуя? Серьезно? Блядь, пиздец. Чё, сразу? Давайте попробуем, чё, блядь, попинать эту хуйню. Черепку надо сыграть. Босса даже не перевели. Никуда не бегайте, просто стоим на месте. Зачем велосипед изобретать? Типа тайминг идеальный. Ты просто ловишь боб, идешь на лужу, которую не в которой мы стартуем, а во вторую у стенки. Да, и через 3 секунды выходит босс. Он выходит прям там же, где он взрывается. Зачем? Я понял. Ну, Просто видишь, как бы убивать меня не должно было. Я не знаю, почему меня в принципе убило. Я уже в луже как бы находился. Прыгал, нет? Нет, я нормально запрыгнул туда. Хотя, блядь, может, запрыгнул. Прыгнул или зашел? А вот я вот честно... Это две разные вещи. Если я запрыгнул, то да, тебя по-любому убьет. Я не помню. Если с краю прыгнул, тебя как раз убьет в это время. Мог прыгнуть. Утверждать не буду. Ну вот. А нужно бежать. Как Вовке вообще не прыгать? Я вообще только прыжками передвигаюсь. У меня знаешь, какие ноги накачанные? Ты хам-то, ты, блядь, не постреляешь, если не попрыгаешь. Прикинь, если бы люди в реальной жизни так передвигали себя. Вот, давайте рыбу ставлю. А вы сам поиграли кто-нибудь? Нет. Ну все понятно. Чё там? Чё там? Да. Ну там вообще все, там все прыгают, там без прыжков вообще. Так я в линейку играл, поэтому мне известно, что такое не прыжки, без прыжков. И мышкой направляешь перса, куда идти. Все в линейку играли. Я даже не пробовал. Пиздец. Все готовы, давайте запускаем. 5, 4, 3, 2, 1. По черепу. Каст, втором каст. А у Е станом, они одновременно кастуют.
Фридом, да, уходи. Беги, малышка, беги! Блять, в центре я уже разбил. Хорошо, прошел мимо. Через та переключаешься? Да я после автоатаки моба. У меня тычка вылетела сразу в нее. Вот вы тоже сейчас. Вот что у вас за привычка прыгать в лужу? А что, у меня боб есть. Ну, Саня точно на этом, на лече. Босса. Кто-нибудь оторвет за такое. Да никто не оторвет, все это сказки. Ну, в луже, если ты будешь прыгать, блядь, она будет быстро нахуй расширяться, пизда тебе будет. Пруфы, пожалуйста, сначала. А, потому что прыжок это как два шага считается. Это вовки, ну, стандартная штука. Потому что ты в одном месте приземляешься, в другом, в одном месте прыгаешь, в другом приземляешься. Я так понимаю, ты не закрывал, да, лича 25 гер? Конечно, закрывал. Ну и что, вы все прыгали прям в лужину? Падаем, у нас хил умер еще. Конечно, прыгал. Ну сказки-то не рассказывай мне тогда. Я прыгал в лужу и из лужи прыгал. Даже видео есть. Скинешь меня, я посмотрю. И что за помойка, на которой ты закрывал так лича? Ну я у него спрашиваю про Сирус, блядь, естественно, а не Сирус, про Цоколь. Везде заплат. Вырус кинешь мне. Ну или скажешь, какую дату я посмотрю, я подписан на тебя на ютубе. Сейчас. Так, мы пробуем косты. Да, у нас есть Авьястан. Я просто свой берегу как бы на этот, на когда не уходить будет. Я обычно тоже берегу. Ну, контроль вообще, в принципе, берегу, потому что, чтобы они не закопались. Понимаете, я Алберии сказал, что она хотела уходить. Я ей сказал, что, блин, ну год, типа, вот оно бы убьем и все. Она тут сидит и, ну, молчит по вежливости. Но я думаю, что внутри у нее совсем другие эмоции. Давайте мы, может, его убьем уже. Да, слышишь, короче, Олег, Стань, ну, вернее, сбивай каст тому, которого мы убьем с черепком, а я буду второму сбивать каст. Тут, блядь, это вообще хуйня какая-то. С костов дохнуть. Ну, блядь. Если бы у нас был шаман бы. Так ты сбоку сможешь стоять. Я сбоку стою всегда. И для босса достает, и для этих крипов. На шамана, я так понял, нынче редкость. Вообще редкость. У нас вообще, у нас такой тренер, по-моему, Ильям. Да, у нас только тренер. Шаманизм должен был быть, но его нету. Ну, честно того же говоря, я на завтра перенес. До проноса. Да, дуат, трэш нужно держать. Потому что мне кажется, что ты держишь босса в основном. Что трэш гуляет. Хорошо, что там замедление на 90%, но он медленно, но гуляет. Давайте убьем с этого трая уже. Все нормально. На, кулак. Давайте ДБМ запустим. 5, 4, 3, 2, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Быстро секунды идут. Ну я говорю медленно просто, с задержкой. Черепочек сразу.
20. Черепок на пол отдал. Да, от Freedom уходи. Чуть позже не упало. Угу. Я прям ждал до последней миллисекунды. Беги, малышка, беги! Как вы говорите, если у вас сапоги есть? Я же не знаю, блядь, я раньше поп даю. Ну ты чё? Пиздец. А ладно, отошли сейчас. Сейчас ещё не выкопается. 10 секунд. Исполин. В стеночку просто. Мансур. 5 секунд, все выкапывается. Надо больше по боссу, значительно больше. Новые мобы вышли. Перевели, все перевели. По-моему, по черепку. Меня под босса все зашли. Исполин, контроль, фир. У меня стоит. Да, дай бомжей прямо сейчас, после стана. Исполин, гиб на хп. Алмери, если ты сейчас ливнешь, я не обижусь. Никто не обидится, Алмери. Все, да, давай, доброй ночи, я попытаюсь сейчас поменять кого-нибудь для тебя. А, ты тут? Куда я? Ну окей. Что за хуйня? Как ты, блядь, разговариваешь? А Ваша, почитай, что он написал.
Что, стерью нужно на танка давать? Ой, на ДД отдавать. А не на себя. А про идиота? Скажите ему, пусть истерию на вара кидает, заебало. Там еще была фраза про идиота. Ты идиот, истерию кидаешь на себя. Блять, сука, дуат. Ой, ребята, вы еще прикалываетесь вообще, блядь. Должны быть заодно все, вы, блядь, обзываетесь. Этот рейд меня просто вызывает желание просто задать еще 3 шмотки на ханта и вообще никуда не ходить. Супить на весь контент. В коруке РДКшкой отходить, все. Больше мне шмотки ничего не надо. А если сдать, а потом по скидке взять себе, будет толк? Не, у меня, наверное, уже большая это возврат, сколько я 50% теряю. И то это за плащик и за запястье. Блин, если бы 70 было, то хорошо было, да? Да нет, все равно, мне кажется, да. 30%, там 40%, да, то же самое получается. Че, у нас перекур или что? Да нет, что, давайте, в смысле перекур. Собрались. По мере остается. Написала, куда она пойдет. Ну давайте, что. Разобьем уже этого пидора. Это конечно. Заебал он, неумирающий босс какой-то, блядь. Мост надо перепить. Мост перемастать. Да, у меня 7 минут. Надо третью попробовать собрать, у меня, блядь, друид без КД. Я вообще не ожидал, что 5, я буду проверять. 4, так, 3, 4, 3. 2, 1. Лужа погулять выйдет? Ну это пиздец, я хуй знаю, это шо тут. Это агро просто. Почему? Давайте стоп хил. Че еще делать-то? Вы что, прошли зверей, что ли? Угу, 25-ки, блядь, 10 человек нахуй прошли или. А, это десятка. Это десятка, ну, блядь, уже полчаса вайпов. Давай, блядь, чтобы ему проще было. Пускай исполин просто одного наебнет в шаклы, нахуй, и пиздец. Он его затанчит, блядь, нормально. Ты даешь моры лужу. Они пока моры лужу эту получат. Ну пизды уже. Я одного напуливаю вообще. Типа я вот даже со старта не даю. Вот просто и поставить его. Хуй знает, ну блять. Я типа проходил, вот я танчил тоже ДКшкой. Одного шаклили, блять, одного били. Он улетает, ну я хуй знает, он быстро умирает, моб. И все. И вот ты видишь уже процентов 20-15 у моба, его считай с пару тысячек убьют уже. Просто тычку делаешь у моба в шаклах, и все, и он идет спокойно себе к дуату. Он и УПшкой до него достает. Это нубская тактика. Ну нубская, но зато такой хуйни не будет. Они шотают, блять, подавают. Ладно, хорошо, да, давайте. Покурить уже дергает, но в принципе на самом деле, да, давайте просто 2 минуты. Не то чтобы типа покурить, но так. Чуть-чуть. Наши пальчики устали что-то там, туда-сюда. Потому что, ну, действительно, ошибаемся больше и больше. Как 25-ки. То же самое, пару хороших треков, потом понеслось.
Невер, здорово. Невер вышел, похоже. Поздоровался и ушел. Че, он всех с Неверландии покикал, блин? Он вчера сгорел конкретно. А что сгорел? Я ему писал еще. Да с десятки стажей, что ему там трапы сбивают. Что мы там контроль на темпах не отдали, из-за этого вайпнули 50 на 50 давлю, что там это, ну, совсем. Ну, короче, проблемы не с игрой, а на игре все это проецируется. Получается, слабый он. Да, конечно, чуть-чуть такое. Еще эмоции проявляет. Конечно, игра не по, не по охотничьи. Самое простое, что если он бьет, мне придется ханта искать первый сайтик, а у нас хантов нету. И ДКшек тоже. Давайте, давайте. Конечно, и так время позднее. Я серьезно думал, что мы сейчас на 7 минут зайдем, убьем его и все. Так, а я рыбу ставил вроде бы. Кому-то еще нужна, если нет, да, то плюс дайте. Да, нужна, наверное, будет. Я выходил с игры. А может и нет. Да, нужна. Поставил, сори, ПМ отвечал. Согласен, Суза. Войт, Войт, Роксрайт. Да, я рыбу ел. Все. Хорошо. ДПМ нашел. 5, 4, 3, 2, 1. Лучше ПКД просто на них должна быть висеть, чтобы агро было на мобе. Блять. Ой, дашь следующему стан как раз бить, который без метки будет. Угу. От
второму куда стоит. Все, 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 Дуат, уходи, уходи. Пять фри... Дайте фридом кто-нибудь Дуату. Отлично. Сейчас был кастом. Тучку прожму еще. Давай. Ты с командой. Скажи, когда кидать боб. Кидай. Давай. Так, что ты хочешь? Он попишет сейчас на ботинках. Ну, блядь. Да, уже похуй. Блядь. Ладно, ждем. Одна секунда до откопания ее. Босса. Надо переводить. Контролем? Контролем, контролем, да. Черепочек залили. Босса перевели сейчас. Все, перевели, черепочек добили. Дуат, бомжей готов. Поставил в трапу. Каст, сбейте каст кто-нибудь ему. Отлично. Бьем, бьем, 900 тысяч, просто давайте бьем. Хильте только метки. Метки танка. Сотка. А умерия войд. Бабл, смотри, дропсайт. Не могу. Ох, отлично. Ебать. Еле-еле на коляске. Уже, блядь, неужели на... Вообще. Где мои вепаны? Что это такое? Где мои вепаны? О, две сыры рыцари. Добро пожаловать на испытание крестоносцев. Соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Нет, помимо пояс надо тебе? А в мире вепон, наверное, нужен. Очень даже, видимо. Конечно. Топовый посох. А сферу кто забрал? У вас что, полупа теперь раз были там же? Это похоже на то. Роксрайт, Дэдпич, Алмерия, Исполин, Дуат, вообще... Но мы не ходили ни с кем. Че, соберем завтра еще? У меня сова без края. Есть персонажи? Или ульду 25-ку допронесем?
Суза, тебе тоже очень нужен, да, он? Войт, но я за Ульду, так как у меня нет персонажа. Так, все, в Ульду идем взятку? Да, мы срез в Ульду. Ой, это ее. А кому плюсуем на Ульду?